Трамп начал готовиться к допросу у спецпрокурора. Подготовку к даче показаний у спецпрокурора начал американский президент. Трамп обратил внимание на возможные темы, которых может коснуться Мюллер. Американский президент Дональд Трамп начал готовиться к возможному допросу спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. По данным телеканала, президент обратил внимание на возможные темы, которых может коснуться спецпрокурор. Один из источников подчеркнул, что подготовка носила короткий и неформальный характер. Напомним, ранее Трамп заявил, что расследование, проводимое спецпрокурором Мюллером, основано на мошеннических действиях. Путин допустил вмешательство россиян в выборы США. США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и 3 российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.